Своим бесценным опытом с пермскими докторами делится Рано Ибрагимова, врач-офтальмолог из Москвы, кандидат медицинских наук, консультант мирового лидера по производству средств коррекции зрения. В наш город Рано Вахидовна приезжает крайне редко. Попасть на ее лекции – большой плюс и для офтальмологов, и для оптометристов. Оптометристов мы обучаем очень хорошо, и сейчас они предлагают наши инновационные технологии. Но вот врачи о них знают мало. И сегодня та конференция, которая приведет к такому более близкому контакту, знакомству с инновационными технологиями для врачей и офтальмологов. Возможность напрямую пообщаться с экспертами в офтальмологии пермским врачам предоставила сеть «Оптик. Точка зрения». Сейчас новые технологии настолько быстро движутся, что наши доктора за ними иногда не успевают. И наши пациенты не всегда получают правильные очки, правильные линзы и не всегда получают самое хорошее зрение. Для этого и организована такая конференция, чтобы мы шагали ногу со временем, и мы помогали нашим людям. Образовательный проект «Новые технологии в оптике и оптометрии» – их совместная идея с Пермским медуниверситетом. И, конечно, мы благодарны вот сети салонов «Точки зрения», что они проводят эту совместную конференцию и способствуют образовательному процессу наших докторов. Образовательные лекции для врачей проходят абсолютно бесплатно. Они интересны как опытным, практикующим офтальмологам, так и будущим врачам, студентам-ординаторам. Несмотря на то, что мы врачи-ординаторы, и у нас нет пока что такого потока пациентов, все равно к нам обращаются пациенты, мы ведем пациентов в стационарах, и, конечно, эта тема для нас очень важна. Появляются новые очковые линзы, о которых не все знают, и донести эту информацию до людей, до широких масс, именно мы, офтальмологи, можем. А поэтому нам нужно обязательно вот в этой области тоже учиться. Первый опыт организации подобных конференций для пермских офтальмологов положен. Сеть салонов «Оптики. Точка зрения» планирует такие встречи проводить регулярно.